Здравствуйте, друзья. Воронеж. Адмиралтейская площадь. Дома. Частный сектор немножко. Вот такое местечко. Когда-то здесь строили корабли. Петр освещал здесь. Вот церковь адмиралтейская, так называется. Вот символ такой, обозначающий место стоянки. Ну и вот парусничек. Рота предестинации. Копия, конечно. В свое время здесь он был построен. Ну и в память о нем и сделали такой. Под парусами он, конечно, не ходит. Ну, как корабль-музей. Вот церковь адмиралтейская. Начало 17 века, а может старше, не знаю. Такая вот пятиглавая. Колокольня позже была построена. Так. Люди гуляют. Пушки с пристани палят. Не знаю, настоящие они или нет. Так, подходим к кораблю. Вот он, красавчик какой. Солнце не видит. Вот это предестинация. Вот все, как положено, кораблю. Порты для пушек. Такой кораблик. И вот в этом месте строились корабли. Ах, ну вверх солнце есть. Не видно его. Вот такой корабль, красавчик. Вот, с орлами, с фонарями. В Агрес вдали. Вот такой корабль. Зацените, красота. Ну а вот церковь поближе. Всего доброго, друзья, и удачи.